Уважаемые горловчане, в соответствии с указом главы Донецкой Народной Республики о начале всеобщей мобилизации, в связи с масштабными обстрелами Украиной территории Донецкой Народной Республики, сообщаю, что с сегодняшнего дня все жители Горловки мужского пола призывного возраста, способные встать с оружием в руках на защиту отчизны, на защиту своих семей и домов, могут прибыть в пункты выдачи повесток. Для получения повесток граждане, проживающие в многоквартирных жилых домах, могут обратиться в ближайший участок коммунального предприятия, управляющая компания города Горловка, а жители частного сектора – военкомат города Горловка. При себе необходимо иметь паспорт, документ воинского учета и средства личной гигиены. Друзья, братья, мужчины, призываем вас не оставаться в стороне в сложное и опасное для города и республики время и встать на защиту тех, кто вам дорог, защитить ваши семьи и Родину. Вместе мы преодолеем любые трудности и преграды и победим всех врагов. С нами сила, с нами Бог.